расслабиться, получить удовольствие, кайфануть, все хорошо сделать. 3-4. Эмпатия! Команда «Эмпатия» готовится выйти на сцену. Наставник тщательно подбирает ободряющие слова и настраивает юных импровизаторов на победу. Одна из участниц театрального поединка Екатерина Ганенкова рассказывает, стать актрисой и выступать на сцене мечтала с детства. Возможно, поэтому и оказалась в проекте «Импровизация». В импровизацию я попала очень просто. У нас были обычные тренинги на импровизацию, и моему режиссеру понравилось то, что я умею на ходу придумывать, двигаться на ходу, и он позвал меня в театральный поединок. Сегодня театральный поединок проходит в юбилейный 5-й раз. Соревнуются две команды – Мара из Одинцова и Эмпатия из поселка Горки-10. В командах по 5 человек, раундов тоже 5. Задача, на первый взгляд, простая – рассмешить жюри. Какой же факультет! Мы до этого провели у всех так называемые кастинг-встречи. По 8 коллективов собирались в 4 городах Московской области. Они уже тогда познакомились. А сегодня им придется уже со своими знакомыми соревноваться. И, соответственно, жюри будут оценивать, насколько ребята могут профессионально существовать на сцене. Несмотря на то, что проект только набирает обороты, география его с каждым годом становится все шире. Принять участие в нем хотят ребята из самых разных городов всего Подмосковья. А попасть на конкурс – дело непростое. Школьники получают задания, их видеоответы оценивают эксперты, а в основной этап попадают только лучшие. Конкурс включает в себя базу, на которой все актеры растут и в институтах, и в отдельных мастерских, поэтому нам было прикольно готовиться. Это такие упражнения, которые доведены до абсолюта. Это одеяло, так. Итоги поединка будут известны 30 апреля. Следующий этап импровизации пройдет осенью. Туда попадут только лучшие команды. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».